Записаться на прием к врачу, минуя регистратуру, пациентам Нижневартовской поликлиники теперь помогают консультанты. Это сотрудники медучреждения, которые дежурят в холле. Как правило, оформление визита к участковому терапевту или необходимому специалисту происходит через портал госуслуги. Но помощь бывает нужна, к примеру, пожилым людям, которые испытывают сложности в работе со смартфонами и компьютером. Их медработники теперь записывают на прием при помощи служебного планшета. Ранее услугу запустили в одном из отделений поликлиники и опыт переняли в других филиалах медорганизации. Это значительно разгрузило работу сотрудников регистратуры и вдвое уменьшило очереди в эпидсезон. Первично люди обращаются в фильтр-бокс, а далее на повторный прием они уже должны идти к своему терапевту участковому за выпиской больничного, за продлением больничного, может быть, изменениями там, схемы лечения и так далее. Когда человек уже близок к выздоровлению, он идет к обычному терапевту. Но, соответственно, чтобы туда попасть, ему нужно предварительно записаться, чтобы не создавать очередей. Ну и чтобы не тратить свое личное время, конечно же. И такой помощник, он весьма так актуален прямо сейчас.